Здравствуйте еще раз, коллеги. Спасибо, что вы все пришли, тем более в таком количестве. Очень приятно. Сегодня мы будем, как и указано на афише, говорить о военном деле вооружении Руси 13-15 веков. Зачем, собственно, такая тема? Я всей своей деятельностью научный популяризационный пытаюсь показать один простой факт, который, к сожалению, в общем, не так очевиден, как хотелось бы, что нет каких-то отдельных исторических дисциплин. Есть единая наука-история, и совершенно неважно, чем человек занимается. Например, человек изучает какие-нибудь разбитые горшки там, в эпоху позднего неолита, или он занимается пуговицами, Российской императорской гвардии XIX века. Он занимается изучением чего? Изучением человеческого общества, в первую очередь, в его становлении. И если мы говорим о Средневековье, а мы говорим именно о нем, то Средневековье – это общество, организованное для войны. Средневековье родилось в сражениях. И в сражениях раннего нового времени, средневековье погибло. И даже сейчас, в куда более спокойное время, армия является одним из ярчайших показателей э, ситуации в обществе. От экономики до идеологических моментов формирования он его общества. Ну а если общество организовано для войны, то армия это буквально его просто срез. И нет другой такой эпохи, когда Вооруженные силы, военное дело настолько ярко маркируют все, наверное, страты общественного бытия. Поэтому, если мы изучаем родную историю, ну, например, родную историю, в данном случае мы могли бы говорить о европейской истории, американской, неважно какой, мы не можем обойтись без изучения военного дела. Даже если мы специально в нем не заинтересованы. Когда мы говорим о военном деле, то первое, о чем нужно вообще говорить, конечно же, это то, что... Армия – это люди. Вот и все. То есть... Самое главное в армии – это мобилизационная способность. То есть сколько народу можно было поставить под это самое средневековое ружье. И как долго эти люди собирались, как долго они могли служить. Вопрос численности русских вооруженных формирований развитого и позднего средневековья – это, конечно, вопрос открытый, потому что мы тут не можем пока дать точных ответов. Мы тут выступаем как люди, которые уменьшают континуитет невозможного. Если в XIX веке, когда историческая наука только в России становилась, большому счету, и в XVIII, XIX веке, когда шел эмпирический процесс накопления источников, в том числе и письменных, к этим письменным источникам было априорное доверие. И если, например, в сказании о битве о побоище Ижина -на, на Дону или других памятников Куликовского цикла говорило, что татар было 300 тысяч, то, конечно же, наши метры аккуратно записывали, татар было 300 тысяч, ну а нас, понятное дело, 100 тысяч, то есть в три раза меньше, но мы все равно победили. И таких фантастических, абсолютно невозможных цифр в летописании просто не с тем числа. Как правило, и особенно, когда мы говорим о ранней страте наших летописей, которые говорят о раннем средневековье, о временах Рюрика, Олега и так далее, цифры приводятся совершенно невозможные. Но им было полное доверие. Так вот, мы сейчас этот континуитет невозможного сузили, потому что, исходя из накопленных эмпирических данных, в первую очередь, конечно, археологии, мы можем сказать более-менее точно, что вот таких вот цифр, как 100 тысяч, 300 тысяч, их просто не было и быть не могло. А какие были? А вот тут наступает, конечно, очень интересно. Потому что способ формирования армии, способ мобилизации армии, это в первую очередь, конечно, экономика. Потому что солдат, неважно, рыцари это, какие-нибудь японские самураи, русские дружинники, их в первую очередь нужно кормить. Чтобы их кормить, нужен экономический базис. Экономический базис Средневековья – это земледелие. И поэтому, когда мы говорим о дружинах, например, господина Великого Новгорода, ну или шире всей Руси, нужно понимать, откуда эти люди получали еду. Потому что профессиональный военный – это человек, полностью или почти полностью выключенный из производительного агрокультурного цикла. Он не может сам заниматься обработкой земли и ремеслом. Сначала у него на это не хватает времени, а уже следующее поколение считает это ниже собственного достоинства. Когда мы смотрим на разрушенные монголами городища, как то Изиславль, Рей, ну, это городище Хмельницкое, около, сейчас там часть коллекции хранится в Житомирском музее, часть хранится у нас в Эрмитаже. Когда мы говорим о Рыковецком городище, когда мы говорим о Остатках сожженного Киева в XIII веке и многих-многих-многих других мы очень четко видим в археологии стратификацию общества. Потому что если в жилище найдено профессиональное вооружение, это значит, что там не будет никакого сельхозадвентаря и какой-то самый минимальный набор ремесленных инструментов. Если у нас есть в жилище набор сельхозинвентаря, там точно не будет никакого оружия, возможно, кроме каких-то охотничьих стрел. И то это исчезающе мало. Соответственно, если есть ремесленные приспособления, то там не будет ни вооружения, ни сельхозинвентаря. Поэтому нужно принять за данность, что когда нам говорят о каких-то русских мужиках, которых немедленно мобилизовали, и они прям в лаптях взяли дубину народной войны и 100 тысяч ратью собравшись, пошли значит, бить бусурманина. Это сказки. Последнее упоминание народного ополчения, которое вот именно народное ополчение от Сахи, которое участвовало в войне как непосредственная сила, это, конечно, XI век. А с XII века у нас уже нет даже объективных упоминаний в летописных источниках. Я говорю объективных, потому что есть еще и необъективные данные, когда летописи, скажем, 15-16 века описывали события 12-13 века. То есть это как Александр Дюма описывал осаду Ля Рошеля, приблизительно так. Ну, элементарный пример – это Липецкая битва знаменитая между нашими князьями, между Смоленском, Новгородом и Великим княжеством Владимирским. Когда это описывают сражение, очень значимое в самом деле, когда описывают его в летописях 15 века, там есть такая надпись, что «собра с княжества всех, а же пешат сахи». То есть пехоту от сахи собрали для сражения. Вот. Но если мы посмотрим на синхронные упоминания в летописях об этой битве, там такой фразы нет и быть, конечно, не может, потому что, сейчас я с этого начал и а к этому возвращаюсь, средневековый воин, это воин-профессионал, по-другому быть не могло. Потому что, повторюсь, стратификация общества была зафиксирована в европейской формуле молящиеся, воюющие и трудящиеся. То есть были люди, которые профессионально молились, были люди, которые профессионально воевали, и была основная масса, которая их профессионально кормила. Так вот, если о структуре землевладения мы можем судить, мы можем, исходя из этого, сделать косвенные выводы, сколько могли мобилизовать на войну. И отсюда происходит второй важный момент, о котором необходимо говорить. Когда наша это русская равнина была колонизирована славянами, это произошло на волне начала климатического оптимума средних веков. То есть это в пятом, в 9 веках эти волны колонизации с юга шли к нам на север, северо-запад и северо-восток. Здесь, в силу того, что Земля довольно скудная, сложилась очень специфическая форма землевладения. Когда у нас родоплеменной строй окончательно разложился, и у нас формировалось первое русское государство то есть Киевская Русь, так называемая, в историографии так называемая, у нас сложились очень примитивные и в чем-то отсталые структуры феодального землевладения. В Европе было то же самое. Они были точно такие же примитивные, точно такие же отсталые, только на 400-500 лет раньше. Просто у них был, что называется, более, более высокие условия старта. Мы, учитывая низкие условия старта и крайне низкую продуктивность земель, так и не смогли перейти к развитым феодальным отношениям до конца 15 столетия. А в чем же эта отсталость заключалась? В том, что родоплеменная знать, племенные вожди, как свои собственные славянские, так и приехавшие варяжские, владели землей по отечеству. То есть земля была их водчиной, то, что доставалось по наследству от отца и переходило, соответственно, к сыну или к старшему в роду, по сложной системе лесточного права, но это владение безусловно, все эти вожди никому не были обязаны за эту землю. Они сами себе были государи. и служба меньшего князя большему князю или боярство князю была связана в первую очередь с общественным договором, потому что ну, всем было понятно, что некие дела легче делать вместе, потому что нужно для этого много людей, например, на войне. Но никто никому ничем не был обязан. Поэтому, что бояре, которые могли содержать свои небольшие дружины, что князья, которые могли содержать свои большие дружины, их именно содержали. То есть дружинник, вся структура дружины, это структура семейственности. Князь или бояре, ну, короче говоря, начальник это самой дружины, это отец. У него есть его дети, дети боярские. Такой сохранился термин до 17 века. Это термин, который имеет корни в глубоком средневековье. Это прямой аналог европейских министриалов, то есть рыцарей, которые жили при замке господина его милостью, не владея самостоятельно землей. Почему дружинник не мог владеть землей? Мог, Почему нет? И мы даже хорошо знаем такие случаи, начиная, наверное, с Владимира Святого, когда дружинников испомещали на землю, чтобы они несли там службу. Но как только дружинник получал землю в свою собственность, он немедленно становился боярином. И переставал быть дружинником. Вот такой казус. И делался опять безусловным владельцем этой самой земли. А дружинника в широком смысле посадить на землю было невозможно. Просто потому, что у нас господствовало в лучшем случае трех, трех полей, скорее всего, было там двуполье, а то и подсечное огневое земледелие, если мы говорим о раннем средневековье, и двуполе, если мы говорим о средневековье развитом, то есть 11-13 века. А с этого дружинника не прокормить, а ведь его нужно не только прокормить, а еще и снарядить. Крестьяне этого просто не смогли бы сделать. Нужна была продвинутая система агрокультуры, которой у нас на тот момент просто не было еще. И нужно было экстенсивное расширение земельного фонда. Фонда земли доброй угожи, которая вообще могла приносить прибавочный продукт, который можно было потом пустить, например, на вооружение. Или на организацию далекого похода. На покупку лошадей и воинского снаряжения того или иного. Вот всего этого у нас не было. Поэтому только концентрация очень больших земельных ресурсов в одних руках, например, княжеских, великокняжеских, больших бояр, могла обеспечить этот самый прибавочный продукт в достаточном количестве, чтобы боярин мог снарядить собственных бойцов, или тем более князь, чтобы мог снарядить собственных бойцов за свой счет. Таким образом, если мы говорим о классическом средневековье, то есть вот этот 11-13. 14-й, дальше и 15-й век большом, по большому счету, мы должны посмотреть на археологическую структуру расселения. Это городище, то есть укрепленные поселения, откуда можно было выставлять бойцов. Вне города, вне городища бойца не существовало. Ну а дальше нам помогает археология, потому что мы имеем очень, неплохо, очень неплохие представления о том, Какого размера были города Древней Руси? Разведано их по подсчетам археолога, археолога Кузы около 1400. Ну, нужно понимать, что это не все города в нашем понимании. Это просто могла быть укрепленная усадьба, обнесенная там, стеной и забором. Это у нас тоже называется в археологии городище. Вот там мог проживать один боец со своей семьей и слугами. Например. И, конечно, был гигантский мегаполис Киев который занимал в эпоху своего расцвета перед пришествием Батыя почти 450 гектар вместе с предпольями. И был господин Великий Новгород, который занимал 270 гектар, второй по размеру город Древней Руси и многие другие. Так вот, если мы учтем, что застройка городища одна максимум двухэтажная, ну, конечно, не считая княжеских теремов, которые могли и выше быть, так вот, при такой застройки. При нерегулярной планировке улиц, а у нас они были нерегулярные, конечно же, это не римский город и не город Санкт-Петербург, где все квадратно-гнездовое такое, <клес> застройка была и регулярная, спорадическая, казуальная, поэтому очень низкая плотность населения. Мы представляем себе господин Великий Новгород, 270 гектар. Это значит, что примерно 25% была не заселена в принципе, оставаясь под местами общего пользования, под улицами, под укреплениями. Там жить было нельзя. Вот примерно 75% – это то, где жили люди. Кто сможет быстро посчитать 75% от 270 гектаров? 160, 170. О, 170, да. На одном гектаре максимум, максимум, повторяю, могло проживать 200 человек это максимум, скорее всего, было меньше. И вот мы умножаем 170 на 200 и получаем 34 тысячи человек. Скорее всего, конечно, меньше, тем более не нужно забывать, что население могло колебаться а, в силу эпидемии или а, военных предприятий неудачных, осаду, правда, Новгород не осаждали никогда <coughs> в классическом средневековье, ну, неважно, оставим условно 30 тысяч человек. И из 30 тысяч человек если мы внимательным образом посмотрим на то, в каких усадьбах находится оружие, и соотнесем это с классическими представлениями о мобилизационной способности Средневековья, мы поймем, что мобилизационная способность господина Великого Новгорода – это 2% от 30 тысяч человек. То есть это у нас где-то получается 600 человек, ну может быть тысячи человек. Это то, что в принципе Новгород вообще мог мобилизовать, включая старых тружинников, которые уже демобилизовались, включая новиков, то есть мальчиков в возрасте 14, 15, 16 лет, которые только-только буквально вот взяли в руки взрослый меч. Ну и естественно на нормальных здоровых мужиков, бояр, дружинников и так далее. Вот 600 человек, это то, что мог выставить господин Великий Новгород. И в принципе это очень хорошо соотносится с данными письменных источников, потому что мы знаем, что Новгород это пять концов, пять больших районов, каждый из которых выставлял подразделение. Это в первую очередь, конечно, конное подразделение, способное к дальней службе. Примерно с каждого конца выезжало 100 человек. Ну и, возможно, 100 человек мог выставить архиепископ Новгородский, который был богатейшим человеком Новгорода, естественно. Вот плюс княжеская дружина. Ора, да, так вот мы пока зафиксируемся, да, что вот это 600 человек, это нормальный размер средневековой армии Древней Руси, выставляемой с одного княжеского города. Киев, там 45 тысяч человек, понятно, было гораздо больше. Но не принципиально. И вот, если мы говорим об ополчении всего княжества, например, Новгородского, если уж мы так э, плотно заговорили о Новгороде, надо посмотреть, какое количество городищ находится в Новгороде. Городищ и больших городов. Мы обнаружим, что Новгород это самое низкозаселенное княжество Древней Руси. Там, учитывая укрепленные усадьбы небольшие, там размером буквально 0,4-0,5 гектара, если наберется этих городищ 60, то это хорошо. Есть большие города, это Псков, Изборск, Старая Ладога, точнее, просто Ладога а в то время. Ну, а что такое большая Ладога? Большая Ладога это 16 гектаров. Если оттуда могло выехать человек 20, это было хорошо. И вот, если проследить динамику развития вооруженной силы древней Руси, начиная с эпохи там, Рюрика и его ближайших потомков, то мы видим, как эта динамика развивалась. Развивалась она не очень сильно на самом деле. Потому что вот мы имеем летописные данные о походе Олега, где якобы в начале X века на Константинополь, где якобы участвовало там, минимум 22 тысячи человек. И некоторые исследователи говорят, что это, это минимальное значение, которое известно из письменных источников обычно говорят там, что тысячи кораблей пошло, на каждом корабле было по 40 грибцов, а то и по 70 грибцов. Вот получалось, Олег вывез значит, на несчастный этот Константинополь 70 тысяч человек. Одна проблема, что греки про это ничего не знали. Источников греческих, которые описывают поход Олега, не существует вообще. Хотя походы русов на себя они описывали много и делали регулярно, и стыдиться им было тут нечего совершенно, потому что ну, варвары, есть варвары, что делать. 22 тысячи человек сразу разбиваются, а то, если мы посмотрим на археологические данные, например, таки, такого крупного городища, как Гнездово, которое, видимо, до некоторое время была если не столицей, то, по крайней мере, главным, наверное, поселением эпохи Рюрика на Руси. Вот гнездовские курганы у Смоленской и Гнездовское городище рядом, если соотнести количество Курганов с профессиональным вооружением, которые происходит с одного и того же времени, разумеется. Если посмотреть на находки вооружений на городище, то нужно понимать, что там, там одновременно стояло максимум 50 воинов в этом самом Гнездовском городище, которое было крупнейшим городищем своего времени, важнейшим торговым центром, важнейшей транспортной артерией. Ну, естественно, это Гнездово было не единственное. Конечно же, эти воинские контингенты для похода легко объединялись, но набрать 22 тысячи мы не сможем даже со всей Руси никакими силами. Дай бог, в то время военная сила всей Руси составляла 1015, вот буквально от Мутаракани до Ладоги. Если мы говорим о развитом средневековье XIII века, то есть вот непосредственно перед нашествием Батыя, Конечно же, ну, просто в силу того, что население стало больше и мобилизационная способность стала заметно больше. Но, когда мы говорим о крупнейших военных предприятиях до монгольской, ранней монгольской поры, это, например, Липецкая битва, это печальный этот известный поход на реку Калку 1223 года. Мы вряд ли при самых смелых допущениях можем говорить о том, что в них участвовало больше 7-8 тысяч человек. Это коалиционные усилия гигантских княжеств, нескольких княжеских корпораций вместе с городами и княжескими дружинами. Что такое княжеская дружина? Княжеская дружина это опять же, ну да, вот есть у нас в городе Боярин какой-нибудь Петрила Новгородец. петрила Новгородец, он живет, значит, в усадьбе размером в один гектар. В усадьбе в один гектар у него есть 20 ремесленников, которые производят ему деньги, а он этим потом торгует. Там же его лавки прям находятся в усадьбе. Там, понятное дело, его семья, и там вот три сына. Старший умный был детей, на средний был так и сяк, младший вовсе был дурак. И несколько человек, которых он кормит, которые за него воюют. Ну и получается, что вот у, него, у боярина Петрилы там есть, ну, скажем, условно, много. Да, 10 человек военных с ним живет вместе, и с его сыновьями. И он сам, они вот выставляют такое отделение. Прошу прощения, в горле пересохло. Да, <свят> <свят> так вот. И если прикинуть примерно такую же структуру, но у князя, у князя, понятно, гораздо больше возможностей у Ярослава Вселдовича, чем у боярина, даже очень серьезного боярина из Новгорода. Если говорить о классическом средневековье, мы вообще не имеем данных письменных источников о том, как, какого, размера были княжеские дворы. Но мы можем посмотреть, какого размера были княжеские дворы в чуть более хорошо отраженную в источниках эпоху. То есть это 15-16 века. Так вот, великий князь московский из всея Руси, Василий, например, когда послал в 1514 году армию под Смоленск, штурмовать Смоленск, то двор самого великого князя составлял 240 человек. Больше великий князь поставить на войну не смог. Это предел? Нет, не предел. Конечно, мы знаем, что бывали дворы и по 300, и по 400 человек. Если это был удачливый военачальник, который много добычи военной получал, как, например, князь Чарторийский в 15 веке, который бежал от гнева Ивана III, значит, еще из Пскова. У него, как говорят, был, как говорят летописи, был двор 300 человек кованой рати, то есть 300 всадников в броне. То есть, резюмируя, если мы в классическое средневековье представим эти вот города, которые могли выставить там 500 тысяч человек в лучшем случае, плюс княжескую дружину в 100-300 человек у больших князей и там до взвода у князей маленьких, вот мы получим примерно ту военную силу, которая могла противопоставить Русь монголам. И как же эта военная сила была вооружена? Если мы говорим о том, что князь или боярин содержали бойцов, из своего кармана, как бы мы сейчас сказали, или от своего стола, как сказали бы в средние века, то понятно, что его дружина это было его лицо, во-первых, и во-вторых, это были люди, от которых зависит непосредственно жизнь и благосостояние указанного господина, князя или боярина ли. Поэтому русское классическое средневековье почти не знает солдатского, то есть дешевого снаряжения. Самое яркое, конечно, Деталь вооружений. Это шлем. Она самая яркая, самая высокотехнологичная. И, видимо, самая дорогая. И вот у нас рисуночек один. Один. И тут же можно пролистать 2. Это самый, наверное, древний шлем по конструкции, который остался у нас от э, 13 века. Это шлем из городища Райки, который в середине 13 века разгромили монголо-татары. Это очень древняя конструкция, которая происходит, картинка 3, еще от шлемов э, 9-10 века. Вот это шлем как раз из Гима, из Черной могилы, тут в экспозиции есть. Это знаменитый курган в Чернигове. Это четырехчастный шлем, собранный на заклепках, где налобный и на затыльный сегмент надвинуты на боковые височные сегменты и сверху все это накрыто, э, сферка, э, прошу прощения, коническим навершием. Вот точно такой же шлем по конструкции находится в райках, только к нему добавлен наносник. То есть стрелка, защищающая нос. Данный шлем, вот у нас картинка 4, есть его очень хорошая реконструкция, выполненная казанским замечательным мастером Эдуардом Шейхуддиновым под моим чутким руководством. Вот это почти фотографическая реконструкция того, как этот шлем выглядел при жизни. Он довольно простой. Это один из самых простых шлемов вообще, который есть на Руси. Но все равно мы видим, что у него боковые сегменты обтянуты медной пластиной и позолочены. Это считался скромный, бедный шлем архаичной конструкции. Кроме таких шлемов существовали шлемы полегче, то есть без защиты носа. Это, вот мы сейчас посмотрим картинку 5. Это шлем из Бабичи, из местечка Бабичи, у нас находится в государственном Эрмитаже. Это, видим, легкое наголовье, которое не защищает лицо, кроме, ну, кроме того, что оно снабжалось кольчужной бармицей, разумеется. Это довольно простой шлем, но он весь обтянут медным листом, позолочен а венечная часть и навершие мы видим очень красиво орнаментировано и можно предположить что орнамент был вызолочен а фон был покрыт черной эмалью то есть это легкий шлем который был в употреблении какого-то конного стрелка конного лучника который не является даже элитой вообще княжеской дружины но сколько эта вещь стоила мне сложно себе представить просто потому что это период безмонетный на Руси мы просто не можем понять сколько Денег эквивалентно это стоило на наши современные покупательные средства. Но, естественно, очень дорого. Есть дальше картинка 7 и 8. Да, вот таких шлемов, как да, вот шлем из Бабичи, точно такой же, как шлем из. Прошу прощения, шлем из Энгельса. Переверните его, пожалуйста, если это возможно. Головой вверх. Не хочет. Но, ну, в общем, вы понимаете, то, что направлено направо, это его верх на самом деле. Он точно такой же, как шлем из Бабича, и это шлем из Энгельса, это город-спутник Саратова. Такого рода шлемов на Руси найдено, наверное, уже с десяток. То есть это было массовое снаряжение. Это шлем неизвестного происхождения, хранится тоже в Эрмитаже у нас. Вот он в самом деле очень простой. Это просто стальное наголовье. Слышно, да? Хорошо, вы просто мне так смотрите, мне кажется, что я делаю что-то не так. <къем> Это просто стальное наголовье, склепанное из двух частей, передней и задней, и снабженное на вершие. Ну и то, даже такое простое наголовье, тут, к сожалению, не видно, ну и вообще плохо видно из-за из из сохранности, а, имело инкрустированный орнамент, а, по борозде, отделяющей лобную часть шлема от а, верхней части. И эта самая бороздка была соединена четырьмя линиями, э, отходящими от навершия. Туда был забит какой-то драгоценный или цветной металл. То есть, как минимум, это была бронза, скорее всего, там было э, серебро или, может быть, золото. Но, опять же, шлем в самом деле очень простой. Это самый простой шлем, который у нас есть. Но это далеко не единственный шлем такого типа сфероконического с переносием. Следующая, пожалуйста, картинка. Следующая картинка. Это тот же шлем сбоку. Теперь еще одна картинка. Вот. А вот это точно такого же типа шлем из э, черноклобудского захоронения Таганча. Он у нас, значит, на, на Украине, если не ошибаюсь, да, находится. <coughs> вот это совсем другое дело. Это шлем русской работы, скорее всего. Он был целиком посеребрен полностью. И сверху золотом был нанесен орнамент. Вот это вот наголовье, которое совершенно другого, это уже почти княжеского или напрямую княжеского уровня. Вот следующая картинка. Это вот, э, фотография этого шлема из и попытка реконструкции его орнамента. Вот так он выглядел. Вы представляете, как это сияло серебро и золото на голове? И сколько нужно было денег, чтобы одеть это на эту самую голову? Потому что серебро и золото наводились на поверхность шлема при помощи амальгамы то есть это взвесь золота или серебра в ртути. У нас не было ртути. Мы это завозили из ферганы. То есть стоило оно неимоверно дорого. И говорить о массовом употреблении такого рода военных средств было невозможно. Понятно, что это было доступно в сотнях единиц не более того, если мы говорим о масштабах одного княжества, и о тысячах единиц, если мы говорим о масштабах всей Руси. Так, следующая картинка. Это возможная концентрация находок шлемов и то, что у нас отмечено цветом таким светлым от территории Золотой Орды. Видно, что на территории Золотой Орды больше шлемов таких найдено, чем у нас. Но это только целых шлемов. Если мы посмотрим находки еще и фрагментов их, а их фрагментов очень много, то на Руси их будет масса. И сравнивать их с золотоордынскими не очень умно, просто потому что сфероконическая конструкция шлема прослеживается на нашей территории еще с ассирийских времен, то есть с глубокого бронзового века. Дальше. Это вот такая морфоэпическая или морфотипическая таблица, где основные типы такого рода шлемов представлены, кроме шлема номер 3, на котором мы остановимся чуть позже. Очень важным дополнением, вот если посмотреть в самом, в самом низу, это были такие шлемы, снабжавшиеся антропоморфными забралами, чего в Западной Европе в это время даже приблизительно не было. Металлообработка в Западной Европе тогда еще не шагнула на столь высокий уровень, чтобы выковать настолько сложные металлические изделия. А у нас уже в полный рост употреблялись, причем некоторые из таких забрал являются подлинными шедеврами оружейного мастерства. Но ну, о них чуть позже, едем дальше. Следующая картинка. Это, наверное, символ русского домонгольского вооружения и вообще дружины. Это шлем из Никольского, из местечка Никольское, также хранится в Эрмитаже. Это настоящий шедевр. Это куполовидное наголовье, склепанная из трех частей, каждая из которых сложно профилирована, выкована ребрами и, соответственно, канилюрами, утопленными желобками в тело шлема и э, чередуется выступающими участками. Лицо защищено полумаской, то есть это анатомически повторяющее человеческое лицо полумаска, то есть не целиком личина, а только половина ее, с очень красивой рельефно прочеканенными бровями, ноздрями, с переменной толщиной металла, там где нужно толще, там где не нужно, соответственно, тоньше. И он был целиком позолочен. Долгое время казалось, что ну, это, понятно, шлем боярско-княжеского уровня, но вот сейчас мы таких шлемов только из официальных раскопок, шлемов и их фрагментов знаем уже около двух десятков. То есть это тоже вот то, во что одевался княжеский дружинник вот 12-13 веков. Следующая картинка. Тоже шлем из Никольского, вид сбоку. Вот обратите внимание, как изготовлена полумаска, ноздри прочекали, очень рельефно и красиво. И следующая картинка. Вот это он сверху так выглядел, это все вот вручную было расчеканено. Опять же, повторюсь, в Западной Европе массового материала такого рода нет и быть не может. А у нас, однако, это уже было. Просто потому, что дружина – это была элита. Воинская элита настоящая. Следующая картинка. Это довольно убогое кавказское повторение из килийского могильника. То есть пытались сделать так же, как на Руси, но не смогли, потому что это не глубоко профилированный нос, и это менее сложная конструкция купола. Мы видим не трехчастную конструкцию, а двухчастную, когда просто сверху вот такая коническая крышка надета на венечную усеченную коническую э, часть, которая закрывала виски и лоб. Следующая часть, следующая, следующая. А вот это вот те самые забрала, о которых я говорил. Это э, фрагмент забрала из Изиславля. Дополнялся он такой забрала обычно сфероконическим многоловьем, о которых мы говорили чуть раньше. Ну, естественно, без наносника. К нему просто крепилось это вот лицо. Это маску я держал в руках. Это очень красивый иконописный ангельский лик, воспроизведенный в металле. То есть, когда мы говорим о генезисе подобных забрал, совершенно точно это имеет своим прототипом или лик Архангела Михаила, или лик архангела Гавриила, как его видели, как написано своего времени, и его воспроизводили в металле из цельного э, куска. Прошу дальше. Это вот его реконструкция, если э, воспроизвести целиком. Вот, это очень сложное и, я бы сказал, даже драгоценное произведение, которое, конечно, в массовом смысле было недоступно. Есть такие же забрала, но тоже антропоморфные, но гораздо проще, как, например, забрала из Серенска. Так, что у нас там дальше? Это вот забрала как раз из Серенска. Оно сделано с большой претензией, но оно куда более плоское, менее рельефное. Нос забрала вообще впаян, не выкован из одного куска. Хранится, кстати говоря, у вас в ГИМе, можете посмотреть в экспозиции. Там же, кстати говоря, хранится совершенно потрясающая полумаска из э, города Вщиш. Вот не полная забрала, а полумаска. Ее недавно отреставрировали. Это, конечно, просто поразительное произведение искусства, потому что, ну да, она очень сложно профилирована, красиво выкована, но мы даже не знали, чем она покрыта. Она покрыта золотым орнаментом. У нее она была целиком серебряная. На ней были золотые брови, золотой вот центр носа, золотые ноздри. Как это на этом общем шлеме выглядело, я даже боюсь себе представить. И вот этих сотни людей, одетых вот в золото-серебро, в драгоценные пояса, в шелк, они, конечно, производили потрясающее впечатление и потрясающий военный эффект, потому что каждый из них, конечно, был подготовлен профессионально великолепно. Но они столкнулись с монголами, и чем это все закончилось, мы все знаем. Просто потому что монгол было принципиально больше и столкновение с монголами, когда говорят, что вот русский дружинник проиграл, почему? И начинают копаться в подробностях его вооружения, военной тактики, разбирать каждое конкретное сражение, чтобы нужно было бы сделать, чтобы, наконец, в альтернативной истории наши могли бы монголам значит, накласть по шапке. И упускается из виду один простой факт что монголы это были люди, только что вышедшие из разложения родоплеменного общества, когда каждый мужчина все еще является воином. И на какой-то момент они могли выставить в поле просто очень большое количество профессиональной кавалерии, вооруженной луками. Причем все еще спаянной единой дисциплиной, едиными решительными целями, и все это вместе представляло из себя совершенно иную машину войны мы такой машине войны ничего противопоставить не могли. Причем, когда я говорю «мы», я говорю не про Русь, я говорю про Европу. В Европе не было ничего хотя бы примерно сопоставимого с монгольской имперской военной машиной. И, конечно, монголы нанесли чудовищный урон на Руси, просто чудовищный. Потому что вот обо всех этих шлемах золотых, Обо всех этих золотых поясах, которые там у нас находят на территории как Руси, так и ее сателлитов э, из Половцев, Ли, из Черных Ликлабуков, Берендеев, Торков и так далее. Вот об этом навсегда можно забыть. Больше этого не появится на протяжении всего Средневековья, никогда мы переходим к совершенно другим, более прагматичным средствам войны. Ну, во-первых, в силу того, что и война поменялась с приходом монгол, и экономический урон был нанесен чудовищный. Во-первых, конечно, угнана масса квалифицированных ремесленников, ворду было в рабство. Во-вторых, погибли города, многие, как центры торговли и ремесла. И ярчайшим показателем благосостояния русских земель являлось белокаменное храмовое строительство, то есть каменный храм это безумно дорого. Точка. Большой каменный храм это еще дороже. То есть если Княжество позволяет себе такие непроизводительные расходы, это значит, что у него очень много лишних, ну, скажем так, денег. Хотя, конечно, не денег, а ресурсов в первую очередь. И вот с приходом монгол до начала XIV века у нас не построили ни одного каменного храма. Только в конце XIII века начинаются какие-то попытки, и с начала XIV века более-менее восстанавливается каменное храмовое строительство, то есть 60 лет у нас была просто черная дыра в экономическом смысле. Но, как это всегда бывает, там, где пусто, там и густо. Монголы сделали важнейшую вещь. Во-первых, и это самое главное, они стронули абсолютно тектонический процесс нового способа расселения трудовых ресурсов, то есть крестьянства на территории. Так как наши прапрапрапрапрапрадеды, которые пришли на Великую Русскую равнину во многих волнах ранней средневековой колонизации, вплоть до 9 века, они растерялись там, где удобнее всего, вдоль речных террас, то есть вдоль рек. Река это одновременно торговая артерия, на ней можно куда по ней можно куда-нибудь уплыть, это вода для полива сельхозугодий, это ил в качестве удобрений, это вода, в конце концов, для питья, не нужно рыть никаких колодцев, заниматься ирригацией какой -то, тоже не нужно. Короче, одни плюсы. Кроме одного, чтобы селиться на берегу реки, нужно сводить лес и кустарник, чтобы у тебя было где поселиться. И, несмотря на все плюсы, вдоль, вдоль всей реки селиться просто физически невозможно. Поэтому земля вдоль рек довольно быстро кончилась. Население продолжало, ну, пусть медленно, но расти, а земля кончилась. Но из общины выделиться для крестьянина еще в начале 20 века было почти невозможно. И вспомните, чем закончилась реформа Столыпина, когда вся мощь государства пыталась крестьян выгнать из общины. Но закончилось тем, что их, конечно, выгнали, но они вернулись обратно. А в средние века ничего сопоставимого, конечно, с так, таким мощным государственным прессом не существовало. В силу очень рыхлой структуры государственного аппарата. То есть переместить людей с речных террас куда-то было невероятно затруднительно. А вот монголы смогли, просто потому что они прошлись вдоль рек, как самых главных транспортных артерий. И все, что можно было сжечь и разорить, сожгли и разорили. Сергей, Сергей Заремович Чернов... В замечательной своей работе «Взлет на холмы» приводит данные, что только в Московском княжестве после прихода монгола 1237 года не осталось примерно 30% сельскохозяйственных поселений. То есть селищ. Не городищ, а селищ. Потом они довольно быстро восстанавливаются. Понятно, что крестьяне, посмотрев, что там приближается, убежали в лес. Подождали, пока пройдет иконница, и вернулись обратно. Они так делают всегда. Вот с немцами так же делали. Едут немцы, крестьяне ушли в лес, посмотрели. О -о -о -о. Немцы ушли, крестьяне вернулись. А если немцы снова пришли, ну что делать? Тут, значит, их будут на виллы поднимать, медведям скармливать и прочее, прочее. С монголами, я уверен, где-то так же делали. Поэтому монголы, наверное, по лесам за крестьянами не очень-то бегали. Но, тем не менее, по траву угодий. Кого поймали, угнали в полон. Уничтожили деревни. И люди, самое главное, сообразили, что на реках теперь не будет безопасно никогда. Потому что наличие этого монгольского улуса под боком, это было как наличие вулкана Везувий. То есть это опасно и противостоять этому никак не сможешь. Поэтому люди стали переселяться туда, куда переселялись раньше только изгои, на водоразделы между реками. И вдруг оказалось, что там очень неплохая земля бывает. Например, Клинская дмитровская гряда, это дерно почвы, которые дают очень хороший урожай. И главное, там полно места. Можно расселить больше людей и одновременно перейти к трехполью от двуполья. И таким образом монголы, нанеся ужасный вред русской экономике, толкнули русскую экономику таким образом вперед на совсем-совсем иной уровень. И вот в 14 столетии на смену, в 14-15 столетии, на смену этим безусловным владением водчинам, которые бы европейцы назвали аллодами, приходит постепенно совсем другая, уже развитая феодальная структура землевладения, когда князь имеет возможность посадить на землю своего дружинника в условное ее держание. То есть дружинник отныне сам себя обеспечивает со земли, но обязан князю службы. Ну, это классическая рыцарская схема службы. Оно, конечно, в XIV веке только начинается, но раз начавшись, эту машину остановить было уже невозможно. И стало, а почему это стало возможным? Так, так именно потому, что крестьяне забрались на холмы, то есть на водоразделы. Их стало возможно больше поселить в одном месте. развивающиеся трехполье давало больше зерна, и дружинника на месте стало просто физически возможно прокормить. И именно здесь крылась задача перестройки армии на совершенно другой лад. Это вот вместо этих прекрасных, но очень малочисленных дружин, которые могли решать только узколокальные задачи, армия постепенно стала превращаться в геостратегический фактор, который к 16 веку, к Ивану Грозному, стал геостратегическим фактором евразийского масштаба, когда Русь смогла шагнуть за Волгу, а потом и за Урал. Это стало возможно только благодаря вот этому сложнейшему процессу э, изменения структуры оседлого землевладения, когда мы уходили с речных террас на холмы и там обильно расселялись. Так вот новая военная сила. Новая военная сила поначалу выглядела, ну совершенно как старая военная сила. Вот ничего не поменялось. Как бы сказали наши э, идеологи и специалисты по марксизму в 20 веке, это были родимые пятна раннего феодализма. Потому что дружинник, неважно княжеский или городской, или в 14 веке и первой половине 15 века, это точно такой же конный рыцарь, как раньше. Он выглядел по-другому, но смысл был ровно тот же самый. Это был человек на рослом тяжелом коне, в высоком седле, и в полном доспехе, со щитом и копьем сражающийся в плотных, в, в плотных кавалерийских построениях, в, как бы мы сказали, эскадронах. Но, конечно, многое поменялось внешне. А что, поедем дальше? Что у нас там у нас за картинка дальше есть? Нет, нет, нет. Вот дальше. Нет, там же вот по, по порядку. Порядку сейчас скажу. 2021. Это вот шлем из Екатеринослава, также хранится... Оставьте, ради бога. Также хранится в государственном раметаже. Видите, у него есть важное отличие. Во-первых, он простенький, то есть на нем нет никакого золота, серебра, какого-то орнамента сложного, и у него нет наносника. То есть у него редуцированный наносник. Сам он стал несколько глубже, и вот спилен наносник. Что это дает? Дает обзор большой. То есть ничего не мешает э, обзору. Можно смотреть в любую сторону. Пропадают совершенно все эти вот маски и полумаски. Почему? Да потому что несколько большая армия требовала хорошего равнения, а хорошее равнение требовало хорошей ориентации на поле боя. Классическое рыцарское наголовье, которое закрывает лицо полностью, просто не даст вам ориентироваться так. Во-первых. Во-вторых, конечно же, угроза э, степных лучников которые вели маневренный бой, за которым нужно было просто постоянно следить. Следующая картинка. Вот это то, как выглядел этот самый редуцированный наносник. С тех пор вот такого рода наголовье делается очень характерным вообще для всего русского средневековья вплоть до, наверное, на конца 16-го столетия. Ну, не совсем такой, но такого типа с редуцированным, редуцированным наносником. Вот эти вот великолепные шлемы куполовидные с полумаской превратились вот в такое вот нечто. Следующая картинка. Это шлем из дорогобужа. То есть мы видим такая же полумаска, но это уже сделано какой-то такой левой ногой, и купол классических очертаний воспроизвести не смогли. То есть это уже Упадок, умирание старого рыцарского русского средневековья. Это как раз вот непосредственно после монгольского нашествия. Следующая картинка. А вот это боевое средство уже 14 века это случайная находка под городом Торжком. Это цилиндроконическое наголовье, довольно толстая. Сделанное, видимо, из не самого хорошего материала, и почему и потребовалось сделать его очень толстым там местами более двух миллиметров толщину. То есть это для средневекового шлема невероятная толщина, конечно. И мы видим каких, каких он примитивных очертаний. Это вот цилиндр в основании и простой конус сверху. Все это было спаяно сзади э э серебром. Правда, этот шлем был еще и позолочен. То есть довольно тем не менее дорогое наголовье, но абсолютно примитивных очертаний с открытым лицом. И довольно глубокое, при этом закрывающее голову а, ниже висков. Дальше. Это шлем из городца, городца на Волге, тот самый город, где помер Александр Невский. Вот мы видим еще более примитивное и еще более глубокое наголовье. Это вот то, что в Западной Европе в это время называлось бацинетом, то есть... Средний шлем, который закрывает голову вот ниже ушей, очень мощное, прочное и в то, в то же время довольно дешевое наголовье, которое, видите, оно как будто все вот из углов состоит. У него усеченный конус, широко разваленный в венце, слегка подколоченный конус сверху, очень примитивная навершие. вот это то, во что можно было одевать людей сотнями не слишком загружая мощности оружейников. Далее. Это вот, видимо, итальянское заимствование. Это, видимо, просто купили итальянский шлем у нас на Руси. Кстати говоря, в ГИМе хранится. Следующая картинка. И это легкий шлем, видимо, середины первой половины 15 века. Это Черняховск, Инстербрук, Калининградская, Кенигсбергская область. Понятно, что к немецкому обиходу никакого отношения не имеет. Это что-то утраченное русскими дружинниками. Следующее. А вот, собственно, кольчуга. То, от чего ушло классическое средневековье к высокому средневековью. В принципе, кольчуга никуда не исчезла. Кольчуга никуда не исчезла вплоть до 19 века. Она вот как была, так и осталась. Как ее кельты придумали. В пятом веке до нашей эры так она примерно вот так и существовала. Гениальное изобретение, в ней все прекрасно. Русское средневековье, европейское средневековье пользовалось кольчугой на протяжении, как главным, основным доспехом, на протяжении, получается, у нас с 5 по конец 13 века. Сколько это у нас получается? 800 лет. То есть, если боевое средство 800 лет находилось в употреблении, это говорит только о том, что оно эффективно. Но! во второй половине 13 века оно перестало быть эффективным, потому что появился в Западной Европе арбалет с стременем. То есть, ну, понимаете, арбалет, да, кто знает, что такое арбалет, это ложе, на которое установлен более мощный лук, чем тот, который натягивает просто руками. Сначала в него упирались просто двумя ногами, ставили на землю, и натягивали руками. Когда появилось стремя, стало возможно включить в движение ногу, то есть опускаешь ногу вниз, спину вверх. Вот средний мужчина может таким образом Выдать усилия нибудь килограмм 150. А это уже, знаете, нечто такое, что для кольчуги смертельно опасно. Кольчуга она же вся из дырочек, вы же видите. Соответственно, мощный удар арбалетного болта кольчугу, конечно, легко пробивал. Следующая картинка. Это вот тоже наша русская. Предыдущая кольчуга была из, из городища Райки. Это тоже наша русская кольчуга 13 века, 12-13 века. Дальше. Так вот, это ламеллярная пластина. Сейчас мы о ней поговорим чуть-чуть. Так вот, кольчуга, конечно, никуда не ушла. Для легкого лучника, легкого всадника кольчуга – это незаменимое, конечно, средство. Она все равно защищает и защищает неплохо. Но усилившиеся наступательные средства, как то арбалет, увеличившиеся по размерам мечи, более тяжелые копья – все это потребовало новой защиты. А новая защита, она тоже была хорошо известна. Если у тебя кольчуга гибкая, то есть ее можно, не пробивая, обеспечить достаточное запреградное поражение. То есть просто ударить топором по ребрам, ребра сломаются. Кольчуга будет целая при этом, а ребра не очень. Значит, что? Нужно использовать не гибкую, а жесткую защиту. А жесткая защита тоже известна с бронзового века. Это пластинчатый доспех. Пластинчатый доспех в основном на нашей территории подразделялся на два основных вида: это ламеллярный доспех и чешуйчатый доспех. Ламеллярный доспех это доспех, когда вот мы говорили только о японском доспехе, это когда пластинки соединяются друг с другом при помощи шнуровки, непосредственно друг с другом. Вот это классический пример ламеллярной пластины. Причем, видите, посерединке у нее такой выступ круглый, умбончик. Это тоже очень яркий показатель. Потому что у нас на Руси до открытия уральских месторождений рудных не было вообще месторождений качественной руды. Приходилось пользоваться болотным кличным железом или покупать руду на Западе. Или на Кавказе. То есть, короче говоря, это был привозной материал, поэтому очень дорогой. А из болотной руды очень сложно сделать что-либо качественное. Поэтому, собственно говоря, у нас долго и не переходили к пластиничному доспеху, а использовали кольчугу. Но все-таки можно. Но все-таки есть всегда опасность, что окажется вкрапление шлака, которое на глаз вы просто не увидели, не определили, и в этом месте пластина ослаблена. Поэтому пластины стали как-то. Уже, ужестчать, повышать их жесткость. Вот, например, такой умбончик для ламеллярной пластины прекрасен тем, что когда пластиночки через вот эти вот дырочки боковые сошнуровываются, каждая пластинка упирается в средний умбон и перестает двигаться. Таким образом формируя очень жесткую защиту. И вот ламеллярные доспехи у нас были хорошо известны с раннего средневековья. Правда, нужно отметить то, что на одну находку пластины, у нас 10 находок кольчуг. То есть они были очень плохо распространены. А вот после прихода монгол и где-то к началу XIV века все меняется ровно наоборот. Одна находка фрагмента пластиничного доспеха, точнее 10 находок, прошу прощения, пластиничного доспеха, одна находка кольчуги. Все поменялось радикально. И вот следующим. Да, следующую картинку, пожалуйста. Вот тоже у нас это другой тип ламеллярных пластин. Дальше еще, пожалуйста, это из градичного грудок. Ламеллярная пластина. Причем интересно, видите, самая крайняя справа очень длинная, она больше 15 сантиметров в длину. То есть понятно, что такое уложить на корпус невозможно, просто потому что мы не сможем ни согнуться, ни разогнуться. Вот рядом пластиночки помельче, их вполне возможно, а такую длинную нет. Это деталь рукава или подола. То есть там, где не требуется такой подвижности. Следующая картинка. А вот это то, что сменило в широком смысле ламеллярный доспех на полях сражений Руси. Это чешуйчатый доспех. Это городище гомель, разрушенная монголами в 13 веке. Вот мы видим с, такая полукруглая с полукруглым низом пластина с серией отверстий поверху. Это то, за, за что она пришивалась к несущей основе. В чем является главное отличие чешуйчатого доспеха от ламеллярного? Ламеллярные пластины связаны друг с другом. Чешуйчатый Нашиты на некую основу. Следующая картинка. Это старый еще 13 века чешуйчатый доспех. Они были, но их было очень немного. А вот это то, к чему пришло русское средневековье к 14 столетию. Мы видим та же линия пришивки сверху, то есть, вот эта кожаная основа там э, пластина пришивалась, и страхующая заклепка в центре. Одна Могло их быть больше, там 3-4. То есть мы видим, что пластина приобрела две точки фиксации: пришивка и заклепка. Это очень хорошее изобретение, наше, типично, кстати говоря, русское, когда при помощи подручных средств из, в общем, не самых хороших материалов сделали невероятно надежный доспех, потому что оторвать такую пластину от основы было почти нереально, просто потому, что у нее степень надежности дублировалась минимум два раза. То есть холодным оружием ее оторвать никак нельзя. Можно проломить саму пластину, но чешущийся доспех. Это вот эти пластинки, которые перекрыты друг с другом в горизонтальном ряду, и горизонтальные ряды перекрыты между собой по вертикали. То есть в одном месте каждая пластина перекрывалась четырехкратно. И если пластина была хотя бы полмиллиметра в толщину, это казалось бы ничтожной толщина, но в любом месте защитный покров состоял из двухмиллиметрового защитного слоя, причем разнесенного как рессора бронирования. То есть не один двухмиллиметровый лист, а четыре полумиллиметровых листа, что, согласитесь, чисто из физики по прочности гораздо, и по надежности гораздо превосходит монолитные двухмиллиметровые изделия. Следующая картинка. Это вот то, тоже, такая пластина, но это, видимо, уже несколько более позднее, конца 14 начала 15 века. Следующая, видите, она, она более крупная. Это типологический ряд чешуйчатых пластин вообще, которые были на Руси. Следующее следующее. Это вот, да, все еще наша типология. И дальше. Вот, это тоже очень важно. Это европейского класса новшества, появившееся еще в 13 веке, видимо, до монгол, в 1200-е годы. Стальной латный наруч. То, что Европа узнала только в начале 14 века вообще. Это наруч исцеления Сахновка, долгое время думали, что он такой у нас один, но теперь у нас только в Новгороде, по-моему, находок фрагментов наручи штук 5, не считая других населенных пунктов. То есть наручи это было к концу 13 века, к началу 14 века совершенно распространенное защитное средство. Дальше. А вот так выглядел чешуйчатый доспех в сборе. Понятно, что мы в археологии, к сожалению, имеем дело в основном с ржавым, дефрагментированными изделиями, но если мы найдем, возьмем, прошу прощения, выборку и там из нескольких сот пластин, там уже к тысячам пластин, которые мы знаем, сравним их с изобразительным материалом своего времени, вот у нас получается такого рода защитный комплекс. Это тоже Эдуарда Шейхудинова, нашего замечательного казанского мастера, работа под моим чутким руководством сделана. Это значит корпусный доспех из такой вот клепанной чешуи, который дополнен пластинчатыми рукавами из вытянутых пластин и очень мощной пластинчатой юбкой, которая закрывает бедра и, конечно, в первую очередь доспех всадника. Вот теперь добавьте сверху шлема, о котором мы говорили, такой цилиндроконический, мощный, с длинной кольчужной бармицей, стальные наручи и, допустим, кольчужные чулки на ноги. Это вот вы получите то, как выглядел тяжелый русский копейщик, который выехал на Куликово поле. Это вот то, к чему привело объективное развитие производительных сил, общение с нашими соседями ближайшими, в том числе и с монголами, то, к чему привела эволюция русского доспеха. Но, повторюсь, вот мы видим, это совсем не тот роскошный, ранее и классического средневековья русский рыцарь, русский дружинник. Это совсем другой боец по внешнему виду, но семантически это тот же самый боец. Это конный, тяжелый копейщик, просто выглядящий по-другому. И понятно, что вот такой доспех, он стоит невероятно дорого. Просто. А, следующая картинка, кстати, про невероятно дорого. Вот так он в разборе выглядит. Такой доспех. Вот жилетка у него отдельная, вот отдельная юбка, подол. Он стоит невероятно дорого, потому что это все вместе, там около 25-30 килограмм профессионально обработанной стали. Топор в 16 веке рабочий мог стоить до 40 копеек, а одна копейка – это бюджет семьи на неделю. Топор весит ну килограмм, а тут таких топоров 30. Если вот все вместе собрать с конской сбруей, с мечом, э, со щитом и так далее. Это стоит очень дорого. Это опять же не может быть массовым предметом вооружения у нас на Руси. В силу того, что, опять же, повторюсь, очень скудная производительная база агрокультуры. И остался буквально один шаг который был найден во второй половине 15 века, чтобы уйти от такого рода защитных средств, прийти к совершенно другим средствам как защиты, так нападения, тактики, то, что превратило нашу армию в совсем другую по внешнему виду, но абсолютно неотразимое боевое средство, которое в тяжелейших боях и походах 16 века, 17 века покорило буквально всю Евразию от Владивостока, ну, считай, до Калининграда. Но об этом в другой раз. Об ориентаризации русского доспеха в другой раз. И ориентаризации русского военного дела. То есть, если в заключении мы скажем, то Военное дело и вооружение это не вооружение и военное дело, это всего лишь небольшая, хоть и очень яркая, надстройка на гигантских подвижках в экономическом базисе, в движении материи производительных сил. У меня все.